Обороты, вращения, винты – название акробатических трюков, которые можно выполнять не только на гимнастическом коврике, но и в бассейне. Около 50 юных спортсменов демонстрировали умение плавно и красиво выходить в воду. Дети от 6 до 14 лет боролись за главный приз – Кубок победителя «Брестдайвинг» 2013. Глядя на зрелищные кульбиты, выполняемые ребятами, можно с уверенностью сказать – прыжки в воду – это целое искусство. Если можно исполнять очень сложный прыжок, но он смотрится таким воздушным, что у любого зрителя возникает ощущение, что он пойдет его и сделать. На самом деле это очень большой труд. Многие дети занимаются прыжками в воду на протяжении 2-3 лет. Помимо массы приятных впечатлений, этот красивый вид спорта помогает развивать легкие, улучшает кровообращение, закаляет организм ребенка. И это еще не все его преимущества. В первую очередь у меня была такая идея, чтобы ребенок был здоровым. И я я этого добилась, потому что она болеет очень редко. Во-вторых, она очень организованная стала. Я лучше начал тянуться, у меня лучше стало тело. И я так уже не болею много. Если говорить о соревнованиях по прыжкам в воду, они одновременно и самые зрелищные, и самые сложные. Процесс прыжка – это не только вход в воду по специальным техникам, но еще и выполнение различных акробатических номеров и трюков. В субботу, 29 июня, юные спортсмены будут прыгать с 10-метровой вышки.